На площади Куйбышева, которая считается самой большой площадью в Европе, казалось, собралась вся Самара. Патриотический концерт «Мы вместе» – первый в рамках всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». Призван воспеть такую разную, но красивую Россию. Концерт стал завершающей точкой в праздновании Дня города. Для жителей и гостей выступали артисты, песни которых знает каждый. На сцену вышли Виктория Дайнеко, Сергей Войтенко, Ольга Кормухина, Александр Маршал, группы «Город 312», «Корни» и «Любэ». Наверное, в судьбе каждого из нас должно быть так. Самый главный праздник в жизни, конечно, это собственный день рождения, а потом день рождения своего города, своей родной земли, где ты родился, где ты вырос, где ты состоялся как человек. Самарцы согревались в танце, знакомились и общались, пели любимые песни вместе с артистами. Очень хорошее настроение, потому что видим людей, которые представляют свой город или свой район, или свою область. И мы понимаем, как они гордятся теми местами, где они живут, в конце концов. Они говорят, вот встречают нас, допустим, и говорят, а вы у нас вот там были, а вы вот это видели, а вы вот это смотрели. И каждый хвастается своим местом жительства. Зрители наслаждались живой музыкой на протяжении 6,5 часов. Кто-то напевал, другие зажигали фонарики на телефонах и вслушивались в каждое слово, звучащее со сцены. Самое главное, что люди понимают, что сейчас вот как-то вот не время бездумного веселья. И заметили, как принимают песни, которые вот с таким смыслом, более высоким, да, по-другому реагируют, и это радует. После выступления заслуженной артистки России Ольги Кормухиной и рок-музыканта Алексея Белова на сцену вышел заслуженный артист России, рок-музыкант Александр Маршал. Последними на сцену вышли участники группы «Любэ», а их бессменный шлягер «Выйду я на поле с конем» пела вся площадь. Ну, это один из самых красивых городов Поволжья, если не самый. Приехали сюда в рамках вот этой истории «Хороша родная», вот, развития внутреннего туризма. И это как раз одно из самых-самых сладких мест в России. В завершении праздничного вечера со сцены горожан с праздником поздравила глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Самара большая, и Самара – это мы с вами. Совсем скоро будет праздничный салют. И я хочу вам всем пожелать, чтобы с каждым залпом праздничного салюта исполнялись ваши желания. Будьте здоровы, будьте счастливы, и пусть мирное небо над нашей головой будет всегда. С днем города! Последним аккордом праздника стал фейерверк, который озарил ночное небо над центральной площадью города. Александра Гусева, Сергей Баскин, Василий Колдашов. События.